Ребята, всем привет! В общем-то, рассказываю. Все-таки записалась я к мастеру, решила покраситься. Ну, точнее, не покраситься, хотя можно и так сказать. Сделаю себе милирование. Скорее всего, даже не буду окрашиваться в один единый русый цвет, как планировала, а просто сделаю поверхностное милирование. Ну, в общем-то, посмотрим, когда приду. Ну, пока договорилась так. А там будет уже видно. Хочу вам показать, что купила. Купила в Магните. Покажу не все покупки, просто есть там кое-что личное. Я считаю, что такое показывать не нужно. Вот, покажу, что... В общем-то, показываю. Не будем много словить. Так, здесь порошок. У меня закончился порошок. Купила вот такой. Ну, в эко-упаковочке. Вот. Так, сейчас по ценам вас сориентирую. Здесь у меня чек есть. Ну, вообще, на все покупки у меня ушло, вот видите, 2745, но здесь не все покупки, как я уже сказала, часть я просто убрала. Итак, вот эти капсулы 299 рублей. Но сразу отмечу, что потом, когда уже... Вот это все я покупала, кстати, в Магнит Косметик. Когда зашли в обычный Магнит у дома, то оказалось, что можно было выгоднее купить порошок. Ну, взять, к примеру, тот же самый Тайд, который... В Магнит Косметик почему-то стоил 200, также 299, а вот уже в обычном, да, Магните у дома там дешевле, честно, вот не помню, но рублей на 40, наверное, на 50 было дешевле. Не хочу обманывать, но как-то так. В общем-то, купила вот такую маску. Маску взяла, ребята, впервые именно вот такую. У меня вообще закончилась маска для волос. Обычно я беру у мастера, где, собственно, и крашусь, да, но так как еще не сходила, а маски уже нет, думаю, что нужно было взять. В общем, купила вот такую с кератином. Цена такой маски, конечно, не маленькая, считаю. Ну, в общем, как-то так. 549 рублей 99 копеек. Ну, в общем-то, 550 рублей. А далее. Ну, это вот дешевое средство. Тоже не пробовала. Антижир. 44 рубля она стоит. Без всяких скидок там даже. У меня закончилось средство такое, не такое, а вообще против жира, да, что-то такое. В общем, я решила взять это. Вот такой шампунь взяла. Ну, в основном бабушка таким голову моет. Ну, Женя может иногда, когда свой забудет взять. В общем, как-то так. Я таким не мою голову, потому что, ну, у меня вообще волос очень печальный сейчас. Нужно что-то с ним делать. Вот я сейчас покрашусь, и, наверное, надо как-то его полечить, потому что кончики секутся, ну, просто жутко. А, цену не сказала, ребят. 140 рублей цена такого шампуня. А, далее, утенок. Вот такой. Тоже не брала такое первый раз. Активное очищение, цитрус. Там был, кстати, морской еще. Такой же, но мы взяли с цитрусом две штуки. 199 рублей, 00 копеек. В общем, как-то так. Так, еще взяла вот такую штучку для бровей. Прозрачный гель для бровей. У меня тоже закончился гель для бровей, но я брала другой. А тут... Нужно было тоже что-то взять. Решила вот такой. Может, кто-то брал? Пишите в комментариях, рассказывайте. Цена 335 рублей. Честно вам скажу, я почему-то думала, что будет он дешевле. Но как-то так оказалось. Так, далее. Перчатки. Я сочку себе взяла. Тоже перчатки все закончились. Ну, обычные. 149,99, ну, можно сказать, 150 рублей. Так, и губки. Обычные губки, моя цена. Ходовой товар. 39,99. И, ну, чтобы вы понимали, да, это, конечно, ценник такой довольно-таки приличный. Были и другие товары, как я уже и сказала. Там Женя себе брал, бритву, что-то еще. И я тоже кое-что брала, но не нужно вам показывать. В общем, как-то так. Вот такие сегодня покупочки. Но в любом случае даже, да, если учесть, не учитывать, точнее, те товары, которые я брала, все равно как-то дороговато. Даже вот, к примеру, вот этот гель. Раньше можно было взять
значительно дешевле. Да и, собственно, порошок тоже. Ну, лично у нас, в нашем регионе. Может быть, для других более крупных регионов эти цены покажутся вполне нормальными и приемлемыми. Но для нашего маленького городка, да, у нас здесь были пониже цены. В общем, как-то так, ребят. Вы пишите в комментариях, какие цены у вас, рассказывайте. Кстати, вчера купила сахар. Сахар в Пятерочке, но не конкретно в нашем городе, а вот, знаете, мы ехали к родителям, мы просто заехали, ну, село, да, деревня, можно сказать, и заехали, мимо проезжали деревню, и заехали в магазин, в этой деревне, в Пятерочку, и там оказался сахар. 395 рублей за 5-килограммовую упаковку. Мне, конечно, так много было не нужно, я хотела взять поменьше, ну, я не знаю, к примеру, килограмм или, может быть, два максимум, но... Так как вообще больше ничего там не было, то есть, нет, соль там была, соль стояла, кстати, на удивление, и вот этот сахар 5-килограммовый тоже было очень даже много. Там мне, я вам скажу, не разобрали, видимо, еще. Поэтому я взяла хотя бы такое, потому что у нас в городе вообще нет, я не видела. Говорят, что завезли у нас в Победу сахар. И цена, кстати, вот я видела, говорят, это у нас... В одном из сообществ ВКонтакте, скажем так, я прочитала, что завезли в Победу. Не знаю, правда или нет, верить этому или нет, я не знаю. И там же указано, что цена вроде как небольшая, по-моему, если я не ошибаюсь, не изменяет мне память, где-то 60 с чем-то рублей, может, 65 как-то вот так, или 62 даже. Могу что-то путать, может быть и нет. Сама не видела. Конкретно я вообще нигде у нас больше сахара не видела. Так что вот так, купили сахар вчера. Рассказывайте, что почем у вас, рассказывайте, есть ли сахар, соль и вообще каких товаров, может быть, нет. А мы с вами увидимся совсем скоро. Всем пока-пока!